Всем здравствуйте. Вот такой улик я сделал вчера. И пчел сюда пересадил. На чилопакете вот такой вот у меня тут улик стоял. Я их отмотал пледом, чтобы зимой пчелы не замерзли. И сделал все равно им такой улик. Такой он толстый такой. И прибил сюда келенку сначала внизу. И сверху закрыл вот это утепление. Внизу паяльной лампой обжег все. Вот, посмотрите, чисто все, видите, ничего здесь нету. Вот так вот, у меня она закрывается хорошо, сразу можно закрыть, без никаких проблем. Вчера пчелиную матку тоже увидел, как пчелы пересадил. У нас утро сейчас. Потепление вообще, вчера тепло было, пчелки летали. И решил даже сразу пересадить пчел. Вот шиферы убрал с крыш, потому что когда солнце греет крышку, и в улике температура меняется, и пчелки на облет уходят. И снега как сейчас нету, и тепло, пчелкам это не проблема, пчелы холода не боятся. Вот эти шифер тоже здесь всех поставил, чтобы кое-как пчелки могли летать, облет был. Поэтому потом, если дожди пойдут, похолодание, снег там, можно заново поставить. У нас в регионе зима не так уж холодная, чтобы пчелки замерзли или что-то еще случилось там. Вот такой улик получился. Вообще, по мне, очень хорошо. Единственное, я здесь забыл сделать это охлаждение. Я снизу просверлю дырки маленькие и сеточкой забью. И здесь тоже самое сделаю потом, весной, как тепло будет. Я забыл уже, пчелки поставил, вспомнил, что надо было это делать. Поздно было. Вот тут, вот, как видите, дырки сделать надо. Сверло у меня не было. Вот это сверлить. Сегодня поеду, тоже куплю. Вот пчелки зимуют. Там ничего не видно. Вообще. И смотрел тоже пчелки. Живые, здоровые. Тут у меня стояла пирамида, как его сказать. Вчера я тоже ее убрал, потому что пчелки отвести надо с этой штукой куда-нибудь подальше, чтобы они сюда в улик обратно залезали. Я пересадил пчел, как-то они откуда-то вышли, и они по своим уликам заходили снова. Поэтому пришлось ее убрать, потому что она не нужна. Вот это тоже я хочу шифер блоки убрать, тоже крышу как-то сделать. Три улика у меня остается, чтобы я отремонтировал. Как-то получится, посмотрим, что будет. Сейчас у нас улики стоят дорого вообще, много стоит, поэтому материал у меня много есть, вот там вот лежат доски, все.
можно сделать, сконструировать, как-то сказать по-русски. Вот такие дела, друзья. Пчелы зимуют хорошо. Всем удачи тогда. Что будет интересного сегодня, если облет будет, сниму, покажу, что пчелки делают. Вот такие дела сегодня.